Приближается осень, на улице становится прохладнее, но маленькая обезьянка Алекса, как всегда, на прогулке. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных. Сегодня мы с маленькой домашней обезьянкой Алексой вышли на прогулку не просто так. Мы сегодня жарим шашлык. А так как Алекса является полноценным членом нашей семьи, ни одно мероприятие без нее не проходит. Запах шашлыка, конечно же, ее заинтересовал, но побегать и попрыгать все равно очень хочется. Во дворе нашего дома она чувствует себя абсолютно спокойно и думаю, что даже считает двор своей территорией. Поэтому бегает и гуляет она без всякой опаски. В связи с тем, что похолодало, пришлось уже надеть на нее более теплый костюмчик. Но он ей никак не мешает. Осень уже полноценно вступает в свои права, и поэтому вокруг уже лежат опавшие листики. Алекса не совсем обычное домашнее животное, и несмотря на то, что к ней уже привыкли те, кто живут в нашем дворе, но без внимания она никогда не остается. Вот и в этот раз детки решили пообщаться немножечко с нашей маленькой домашней обезьянкой. Алекса не очень охотно идет на контакт. Такое ощущение, что у нее есть какие-то свои очень важные обезьяньи дела. При этом, несмотря ни на что, общение и фотосессии, как всегда, состоялись. Пока Алекса общалась с детьми, шашлык уже готов. Видимо, она почувствовала это и пришла проверить. Ну как там уже? Мясо поспело? Мясо Алекса очень любит. И вкусный кусочек ей, конечно же, достался. Обезьянка скушала его с огромным удовольствием. Ведь именно этого она и ждала. Вот такого вкусного угощения. Пожелаем Алексе приятного аппетита. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео и оно было для вас интересным. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал. Ставит нам лайки, пишет нам очень добрые комментарии и делится нашими видео в соцсетях. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных. Всем пока! Мы вас очень любим!